В этом году в Одинцовском округе за счет средств муниципального бюджета было установлено 12 детских игровых площадок. Они появились на территории 10 населенных пунктов – Голицыно, Лесной городок, Внесок, Большие и Малые Веземы, Старый городок, Барвиха, Заречье, Новоивановское и Усово-Тупик. Также были выполнены работы по благоустройству прилегающих территорий, выравнивание поверхностей, уборка мусора.